Привет, малыш Стив. Ты веселишься и играешь? Кажется, кто-то уронил пончик. Ты тренируешься раскатывать неровности, малыш Стив? О, нет, малыш Стив, ты теперь весь в варенье. Не волнуйся, на автомойке Тома ты быстро отмоешься. Привет, Том! Здравствуй, малыш Том! Твой медвежонок заболел? Том, малышу Стиву нужна хорошая мойка. Следуй-ка за Томом, малыш Стив. Он быстро тебя отмоет. С чего мы начнем, Том? У тебя есть новое оборудование как раз для таких липких пятен? Очиститель варенья, который уберет все эти липкие пятна? Звучит неплохо, потому что если пятна намылить, их будет еще сложнее удалить. Нет, малыш Том, Тедди не сможет съесть леденец. Итак, малыш Стив, приготовься к очистителю варенья. Останови свой каток, малыш Стив. Это совсем не смешно, малыш Стив. Приготовься хорошенечко помыться, малыш Стив. Не волнуйся, малыш Стив, ты будешь в полном порядке. Щекотно, правда? Только взгляни, сколько пены, малыш Стив. Теперь хорошенько ополоснем тебя. И сэндвич твой Мишка тоже не сможет съесть, малыш Том. Теперь пора тебя высушить. Это самая лучшая часть, малыш Стив. Последний шаг – полировка. Ты сверкаешь, как новенький, малыш Стив. Отличная работа, Том. Хороший выбор, малыш Стив. Ты прав, Том. Не нужно раскатывать этот кекс, малыш Стив. До свидания, друзья. До новых встреч. Привет, Джерри. Ты практикуешься для гонок автомобильного города, которые будут на следующей неделе? Что ж, тебе стоит быть осторожней на солнце. Ой, должно быть больно. Ты в порядке? Джерри, думаю, тебе нужна помощь. Ага.
Извините, что отвлекаю вас, но Джерри в горах попал в беду. Вы поможете? Отличная идея, Том. Это уберет острые камни с кузова Джерри. Стой смирно, Джерри, пусть Том все сделает. Замечательная идея. Джерри нужно много мыла. Тебе щекотно, Джерри? Что теперь, друзья? Отличная мысль. Том, мы не можем оставить Джерри всего в мыле. Осторожно, Джерри, чтобы мыло не попало тебе в глаза. Ого, стой смирно, Джерри, ты уже выглядишь намного лучше, но мне кажется, Том еще не закончил. Вы поможете, ребята? Эти царапины выглядят ужасно. Вы сделаете Джерри блестящую полировку воском? Отлично придумано! Ух ты, Джерри! Как себя чувствуешь? Превосходная идея, ребята! Нужно, чтобы воск высох. Выглядишь потрясающе, Джерри. И чувствуешь себя так же. Это заметно. Погоди-ка, Джерри, куда ты едешь? Мне кажется, некоторые машинки ничему не учатся. Удачи в гонке, Джерри. Пока-пока. Как же сегодня жарко. Неудивительно, что у Кэрри столько работы. Выглядишь уставшей, Кэрри. Должно быть, это не просто обслуживать столько желающих. Ты собираешься увеличить скорость производства мороженого? Хорошо, но будь осторожна. Кэрри была права, что все ускорило. Очередь действительно начала уменьшаться. Ой-ой, кажется, мороженица вышла из-под контроля. Кэрри, выключай ее. Ты не можешь сбавить скорость. О, нет. Теперь Кэрри вся в мороженом. Кажется, самое время наведаться к Тому на автомойку. Не волнуйся, Кэрри. Иногда тебе нужно позаботиться и о себе. Привет, Том. Отдыхаешь? У тебя выходной? Ой, как жаль. К тебе едет Кэрри, и она вся в мороженом. Правда? Ты откроешь автомойку специально для Кэрри? Как мило с твоей стороны, Том. Смотри, а вот и она. Ай-яй-яй, еще и мусор прилип. Бедняжка Кэрри. Кэрри действительно сильно испачкалась. Том, с чего мы начнем? Хорошая идея. Сначала избавимся от прилипшего мусора, а затем ты ее хорошенечко вымоешь. Ты готова к работе мусоросборочных машин, Кэрри?
Фух, я уверен, ты рада, что это закончилось, Кэрри. Не волнуйся, самая неприятная процедура позади. Теперь давай тебя обмоем водой. Здорово! Мороженое образует узоры на полу. Ты становишься снова похожа на себя, Кэрри. Давай-ка посмотрим, что Том приготовил тебе дальше. Как думаешь, чем лучше отмыть остатки мороженого, Том? Мылом или гелем для душа? Используем мыло. Осталось только намылить твой бантик. Отличная работа! Теперь пора оттереть остатки грязи на твоих боках. Губки ждут тебя вот за этими дверями. Том, Кэрри готова к губкам. Пожалуйста, запускай их. Отлично! Пятна от мороженого ушли. А вот твой бантик все еще выглядит неважно. Без паники, нет ничего, с чем бы не справилось хорошее ополаскивание и сушка. Кэрри теперь такая чистая, Том. Ты можешь ее ополоснуть и высушить перед тем, как она уедет. Прекрасно. Кэрри, почему бы тебе не подъехать поближе к фену? Твой бантик тоже высохнет. Вот так! Давай-ка поедем, найдем Тома. Кэрри выглядит превосходно, не так ли? И теперь она может возвращаться к своему любимому занятию – приготовлению мороженого. Она не может? Почему же? Ах да, мороженица не работает. Ты серьезно, Том? Ты починишь ее для Кэрри? Кэрри, Тому нужно удостовериться, что он все исправил. Ты можешь протестировать работу мороженицы? Все отлично работает. Какая замечательная идея, Том. Кэрри хочет подарить тебе мороженое в качестве благодарности за то, что ты выручил ее в свой выходной. Хорошего дня тебе. И помни, не включай мороженицу слишком быстро, Кэрри. Привет, Кэти. Ты будешь участвовать в гонке? Какая прекрасная идея! Я надеюсь, ты победишь. О, смотри, там Мэтт. Он, должно быть, спешит на задание. Осторожно, Мэтт, там клей! Ой! Как теперь везде липко! Не переживай, Мэтт. Автомойка Тома быстро приведет ее в порядок. А вот и мы. Следуй за Томом, Кэти. Он в автомобильном городе главный эксперт по чистоте. Что ж, Том, какой у нас план? Ух ты, как много способов очистки. Кэти, нужно будет много мыла, чтобы отмыть весь этот клей. Идеально. Я уверен, тебе не терпится снова стать чистой, да, Кэти? Прекрасно. Я думаю, ты все еще немножко липкая. Что дальше, Том? Если хорошенечко потереть, должно сработать.
Отличная идея! Ничего себе! Как много пены! Пора тебя ополоснуть! Хо-хоу! Какой веселый способ все смыть! Ты готова нырнуть, Кейти? Бомбочка! Ух ты, как много брызг! Ты почти готова, Кейти. Осталось тебя высушить. Впечатляющая работа, Том. Теперь и незаметно, что еще совсем недавно Кейти была вся покрыта клеем. Я думаю, ты заслужила награду, Кейти. Тебе еще нужно клеить оставшиеся афиши? Что ж, тогда поехали. Пока, Том. Спасибо за твою помощь. До встречи, Кейти. Удачи тебе в гонке! Скоро увидимся, друзья! Автомойка эвакуатора Тома. Джерри, должно быть, тренируется перед гонкой. И выступая так здорово, он точно выиграет! Но судьи определенно не впечатлит грязь на его боках. Не волнуйся, Джерри, еще много времени, ты успеешь съездить и помыться к эвакуатору Тому на автомойку. Привет, Том! Джерри нужна хорошая мойка, у него сегодня гонка. Сможешь помочь? Отлично! Джерри, можешь заезжать. Том будет управлять оборудованием из диспетчерской. Давай начнем с того, что обмоем Джерри чистой водой. Все еще много грязи на кузове. Нам понадобится мыло, чтобы его отмыть. Ты выглядишь намного лучше, Джерри. Пора отправиться на чистку роликами. А теперь пора оттереть все эти грязные пятна. Ты прав, Том. Щетки могут повредить рисунки на корпусе Джерри. Лучше воспользуемся губками. Готов, Джерри? Отличная работа! О, погоди минутку. Тебе нужно почистить зубы. Они очень грязные. Открывай-ка рот пошире, Джерри. В работу вступают щетки. А вот и улыбка победителя. Давай тебя ополоснем и высушим. Thank you.
Стой здесь, Джерри, сушилки включаются. Хорошая идея, Том. Полировка воском защитит Джерри от грязи во время гонки. Ну что же, ты выглядишь как настоящий чемпион, Джерри. Пора возвращаться на гонку. Вы только посмотрите, солнце вышло. Спасибо тебе за помощь, Том. И удачи на гонке, Джерри. Автомойка эвакуатора Тома. Привет, Гарри. Едешь домой? Бесплатная автомойка? Гарри, ты не выглядишь идеально чистым. Вообще-то ты весь чем-то измазан. Должно быть, это первоапрельская шутка. Ты же знаешь, что сегодня 1 апреля? Давай-ка отправимся на автомойку к эвакуатору Тому и очистим тебя. Привет, ребята! Как у вас тут весело! Кто-то разыграл Гарри. Вы не могли бы его отмыть? С чего начнем, Том? Ты хочешь попробовать кое-что новое? Заезжай на платформу, Гарри. Что это за комната, Том? Здесь очень холодно. Это морозильная комната? Не понимаю. Ты собираешься заморозить грязь, чтобы она сама отстала? Работает! А это для чего? Это скребки для льда? Понятно. Отличная работа, ребята. Поехали в другую комнату. Ох, как же здесь тепло и хорошо. Это превосходная идея, Том. Думаю, вы замерзли. Эй, а где малыш Том? Мороженое? Ребята, это было мороженое! Что ж, это было кремом перед тем, как его заморозили, и теперь это мороженое! У тебя появилась идея, Том?
Здорово, Том! Не подъезжайте слишком близко к огню, ребята. Вы же не хотите, чтобы оно растаяло. Спасибо за вашу помощь, друзья. Эй, интересно, а кто же это придумал шутку с ненастоящей автомойкой? Привет, Лили. Ой-ой, выглядишь очень усталой. Ты возила малышей на школьную экскурсию? В горы? Похоже, ты целый день была в пути. Но только посмотри, Лили, ты вся грязная и в царапинах после такой долгой поездки. Нам нужно помыть тебя, чтобы ты хорошо выглядела перед тем, как снова ехать к малышам. И есть только одно место, куда нам стоит поехать. Это автомойка эвакуатора Тома. Привет, Том! Похоже, у тебя был тоже хороший день. Что ж, нам нужно помочь Лили. У нее несколько царапин и пятен грязи, над которыми стоит поработать. Да, Том, это прекрасная идея. Немного полировки. Тебе понадобится новая хорошая тряпочка, чтобы втереть полировку. Желтый твой любимый цвет. Так почему бы тебе не взять желтую? Так, Лили, Том готов помочь тебе почиститься. А ты готова? Здорово! Не переживай, это будет весело, Лили. Давай начнем с водяных строй и мыльной губки, чтобы смыть грязь. Хорошее начало, Том. А теперь пришло время смыть всю мыльную пену. Так, Лили, Том собирается включить сушилки, а затем у нас по плану полировка. Почти закончили, Лили. Том, готова полироль? Угу. Отлично. Приступим. Ой, щекотно, Лили. Постарайся стоять спокойно. Ты закончил, Том? Как думаешь, Лили достаточно сияет? О, как здорово, Лили! Дождь закончился! Теперь ты действительно сияешь на солнышке! Погоди-ка минутку, это то, что я думаю? Лили и Том, смотрите! Это радуга, и она отражается на блестящих боках Лили! Не правда ли красота, Том? Ты проделал огромную работу с этой спецполировкой! Спасибо тебе за все, Том! До новых встреч, друзья! Привет, Джереми! Осторожно, там яма! Ой-ой! Ох, как нехорошо получилось! Ну не волнуйся, автомойка Тома сделает тебя снова чистым! Поехали! Вот мы и на месте! Следуй за Томом, Джереми. Он знает, что делать. У тебя есть идеи, как отмыть этот мед, Том? Ух ты! У тебя появилось столько новых устройств для мойки. Хорошая идея. Водяной вихрь должен растворить липкий мед.
Давай-ка избавимся от этого липкого меда. Ах, выглядит очень расслабляюще. Ну что, готов к тщательной чистке, Джереми? Эти губки уже с мылом. Ух ты, как они мылятся! Что дальше, Том? Хорошо. Мы хотим смыть всю эту мыльную пену. Почти готово, Джереми. Осталось только ополоснуться. Почти закончили, Джереми. Слегка прохладная вода. Не волнуйся, эти фены будут дуть на тебя теплым ветром и очень быстро высушат тебя. Превосходная работа, Том. Нигде не осталось и следа от меда. Не забудь свою награду, Джереми. Готов ехать домой? Пока, Том. Спасибо тебе за помощь. Ах, как здорово, что ты починил улей. Я уверен, пчелы снова счастливы. Пока, Джереми. Мы рады, что ты снова похож на себя. До новых встреч, друзья!